Я не на кемп пойду, а на слет. Я не на форум пойду, а на съезд. На форуме мне не найдется мест. Хоть я и не дайвер, подводник я. Я не тайвану, а нырну в глубину. Я не деайсер, а противолёдник. Пред рейса зачистильщик, блин, предполётник. Не мониторю я, а наблюдаю. Слежу, пресекаю, смотрю, подмечаю. Вы трендами мне протрендели все уши. Закономерность и склонность, так лучше. Мне ни на что не сгодится ваш браузер. Я обозреватель открою в паузе. Кто уважухи достоин, респект. А вот уважение, тот чушь человек. Все тизеры, спойлеры, трейлера хвостик, одна ерунда. Все дразнилки просто. Контенты на сайте мне безразличны. А есть материалы, что на страничке. Вы мое имя, что в старт-листе? Давайте-ка быстренько вычеркните. Заявочный список, внесите его. Вот тут уж я вам не скажу ничего. Недавно гламурный увидел я фэшн. От мод псевдостатусных просто опешил. У одной актуальной чилихи. Вот это невезение. В соседних квартирах-то блэкаут. А у нее светоотключение. Поблажи блокнотом зовут Портакомп. Хоть как американцы завиди лэптоп. Да, я не девелопер. И слава богу. Эгей, разработчики, мне на подмогу. Кто клининг не может перевести? Уборка! Так просто, как пол подмести. Я в жизни тому никогда не поверил, кто мне бы лет 10 назад бы поведал, что русский турнир по спортивной рыбалке назвали бы фишингом. Ну, ёлки-палки! О, кластер! Ах, кластер! Моднявый звучит. А гроздь или группа? Нет, слишком торчит. Ковал мы сделаем газовым хабом. А может быть, центром? Нет, слишком слабо. Кто-то... Гаджеты, технологично, обнова. Но гаджеты я лично пишу в три слова. Так что же, продляешь побывку мою? Не, я это пролонги, это... Пролонгую! Из горя повесился русский купец. Чтоб байером стал он. Надежный отец!
футбольной Британье не знают, что таймы, а в далекой России у нас говорят, у них половинки. Ха-ха! Половинки! Да-да! Половинки! У нас по-английски! У них абы как! Сел я на чартерный рейс с Анкарой, а он оказался мне заказной!